Окей, с вами Шимики, и мы продолжаем пройти игру под названием Cat Quest 2. И у нас, в принципе, осталась всего лишь одна миссия. Да? Да. Точно, да? Гробница волка. Туда можем тоже сходить, посмотрим, может там что-то интересно, может там тоже какой-то босс. Пещеру Бэтмена мы ходили в прошлой серии, поэтому... Да. Давайте выполним его миссию. Я помню вас обоих. Вы не против уничтожения нескольких ужасных плакатиков. Что? Прописачивающих мозги. Прописочка мозгов. Солдаты только что повесили эти пушастые плакаты. Все это только... это ненависть и затягивает войну. Так не годится. Закопайте их, кашель. Ваше высочество. Я размечу для вас лапозиции. Ой, я понял, что вы потомки королей с того момента, когда вы впервые скрестили мечи. Вы хотите завершить эту войну, как и я, поэтому я не буду спрашивать, откуда вы. Собачий хвост. Ладно, полетели. Готово. Собаки рулят, коты юлят. Лая. Я коты... Так, и коты плюются пушистыми шариками. Ха. Вы закапываете плакат. Что, и никакого врага? Собаки урчительно умнее котов. Коты без мозгов. Ночь наказанный факт, гав. А если собака это сделает? Собаки куда милее котов, больше фильмов про собак. Никчемные коты. Ой, я видел, что вы делаете. Вы говзавцы. И разве один из вас не кот? Вы клянусь, будто пожалеете об этом. Собаки рулят, коты юлят. Ну, давайте еще, пацаны. Давай. Так, готово. Ого, ах ты ж, ёлки-палки, не знаю. Можем, в принципе, сейчас создать задание и сходить посмотреть. Почему бы и нет? Вы сделали это. Чего и следовало ожидать от благородных королей? Возьмите это. До смехи солдат собак. Я приду сюда, если мне понадобится еще помощь собачьих вас и ваше высочество. Давайте я схожу только в одну только эту пещеру. Вот мне действительно кажется, может там что-то будет. Потому что попасть туда только можно с помощью, если ты умеешь... Она закрыта! А знаете тогда, что может быть? Если я смогу победить волка, босса, скорее всего, да? Тогда нам быстрее нужно заканчивать основной сюжет. Ваше высочество, слово прописочивание мозгов. Вы должны остановить это раз и навсегда. У художника, который рисовал эти плакаты, просто не было других вариантов. Ведь это голодный художник. Мы должны дать ему собачье печенье. Вот тот пес лает про какой-то незаконный схрон собачьего печенья. Так, прячу солдаты. Пес даст его нам ради всеобщего блага. Я извиняюсь, сэр, я покажу им, где это. Следуйте за мной. Мы полетели. У нас проблема. Я не могу вспомнить, под каким курганом мы закопали наш схрон. Может, выберите сами? Ну, я выбираю вот этот.
Это научит вас и генерала не вмешиваться, как возьми в наши дела. Ты чё, офигел? Ага, я вас понял. Сейчас найдем мы безмозглую дворнягу. Вы уверены, что они не пошли за вами? Клянусь своим мехом. Если серьезно, генерал, это какая-то пародия. Он говорит, что следует собственным убеждениям. Но я готов поставить, что он послал Лаэлеона к котам. Мы должны от него избавиться. Я, блядь, от вас избавлюсь. Они проследили за вами. Поднимите свои мокрые носы. Вау. Вы подбираете собачье печенье. Вот, вот это самый жесткий, блядь. Ну, блядь, не жесткий, но... Бесящий немного враг. Потому что его сразу нельзя убить. Мы дали генералу собачье лакомство. Я вижу, вы разобрались с некоторыми подлойцами. Вы заслужили это, ваше высочество. Нагрудник огненного мага. Я дал печенье художнику, и это при прописочке мозгов наконец-то завершена. Собачий хвост. Ну, в принципе, я думаю, на 96-м мы с вами можем и закончить, да, уровни. А, поэтому пойдем сейчас мы с вами. Подождите, а что мне хотя бы за доспехи, я уже не помню. Вот эти. 200 дэмэджа, да? В принципе, нормально. Ладно, полетели. Я могу, конечно, своему коту вот этому изменить маску. Подождите, а что у меня за маска? 19. О, так я эту одену. Побольше дэмэджа будет. Ни хрена себе шапочка. Ху-ху-ху. Да ладно, пускай будет лучше урон. Это тут еще больше, ничего себе. Вот это, что я не понимаю, магия. Ладно. Пускай. Ой, еще задание появилось. Неплохо. Здравия желаю. Хотите помочь генералу Пучеглазу? Так, ничего себе, оружие. Истинное оружие. Генерал Пучеглаз патрулировал город. Я ответил отметил область, где вы сможете найти его. Ваше высочество, вы получили мою просьбу. Настало время мне получить оружие в подкреплении моего гавторитета. Помогите мне попросить Хота выковать его для меня. Кузнеца Лопазиса. Он задолжал мне. Ну, я думаю, я типа этих львов на изи просто разнесу. Ну, типа финальных врагов. Потому что у меня очень уже почти фулл левел. Ваше Величество, судьба снова свела нас на одной дороге. Оружие для генерала? Да, он достойный воин. Увы, Хота только что принимал несколько чудищ. В конце концов, ему нужно быть в форме, а чудище подходящий объект для тренировки. Вы расправитесь с ними вон там, пока Хота готовится.
Давай сюда, сюда, сюда. Ладно. Почти 2к, слушайте, урона. Это довольно неплохо. Ой, бля. Не переживайте, ваше высочество охота все уладит. Сила исходит изнутри, генералу не нужно оружие. Его душа и тело силописты сами по себе. Как хот-дог в бутылочке. О. И булочка. Скажите ему это, ваше высочество. Окей. Так, у меня манны... почти нет. Если не ошибаюсь, у нас тогда мана тоже пополнялась за счет опыта, да? Я могу ошибаться. Мне не нужно оружие. Пушистей некуда. Обойдусь голыми лапами. Ну а вы... Пурпурская катана. Спасибо, что помогли мне, ваше высочество. Может, еще увидимся. Гарр, собачий хвост. Не, меня не хотят отпускать от этого квеста. Ну, блин, я думаю, что это уже последняя серия у нас на самом деле. О, это вы, наконец-то, генерал Пучеглаз просил вашей помощи в одном важном деле. Так, положительная секретная связь. А генерал Пучеглаз дал мне эти координаты, я отметил их для вас. Ваше высочество, вы здесь. Поможете мне забрать один важнейший сундук. Я спрятал его тут поблизости. Идите за мной, ваше высочество. Ваше высочество, сундук в этой гробнице скрыт заклинанием. Вам нужно будет пройти через все магические круги, чтобы увидеть сундук. Я останусь здесь на страже собачьих хвост, ваше высочество. Они сами там дерутся. Не плевать, я иду просто. О, там уже враги некоторые впитали в себе урон. Поэтому, ну, шарики эти. Я даже на самом деле... Ну да, сундук вот он стоит. Мы подобрали сундук. Плюс монетки. Отправляемся. Слава усам, я сейчас самое важное. Нужно встретиться с моим секретным агентом. Я дать ему сундук, я отмечу его место встречи. Это довольно далеко отсюда, ваше высочество. Попробуйте использовать путеводный знак. А докуда? Ох. А с путеводным знаком я чё, ближе буду, по-твоему? Хотя, да, сюда, да, да. Ну, давай, попробуем. Не облажаться, тебе сразу так дано можно. Да, ближе. Это ближе. А, фу, значит, это мое от моего папочки. Он не забыл о моем дне рождения. Я был сиротой и заложницей войны, но он спас меня и забрал к себе. Потом война усугубилась, и он отправил меня обратно в этот самый день много лет назад. Но каждый свой день рождения я прихожу сюда и надежду снова увидеть его. Какое счастье, что он все еще там. Да, у меня есть это его оружие.
Он дал мне его ради моей безопасности, но насколько я знаю своего папочку, он захотел бы, чтобы оно было у вас. Генеральская булава. Похоже, вы, как и отец, очень хотите, чтобы война закончилась. Удачи и прощайте. Как, ну как я понимаю, все, да? Давайте внимательно посмотрим. Как я могу понимать, да, у нас уже все. Миссии закончились, идет, получается, основной сюжет. Ну что, давайте тогда, я думаю, я за. А хотя. Мне бы еще в оружейку занять. Кузница. А где тут оружейка поблизости есть? Ладно, го, я оружейку найду, мне нужно оружие немного заточить, потому что. А хотя. Мы все равно льва пойдем убивать, да? И я успею. Потому что у нас еще выходит. А, все, я пришел. А ну-ка, давайте сюда, кошелапе. Или она только броню чинит. О, улучшает. Она только броню улучшит, ладно. Лев, приди, вы готовы, ваше мурудличество? Вернусь в Фелинград. Владение льва. Это дворец, портал в нулевое измерение? Что за мяу? Это сами занцы. Не хочу. Твоя власть спала, лев. Вы, болваны, все еще живы? Почему вы не дали мне установить истинный мир? Пока существуют собаки, война никогда не закончится, разве это не ясно? Да, покажи им ваш приговор. Не расстраивай меня сейчас, мои хомячки. У вас даже нет королевского клинка. Что ваши лапки могут сделать для меня? Ну, у нас есть нечто посильнее. Интересно узнать, что. Уха, о да. Все? Фу-ху-ху, мяу. Невероятно, как вы это сделали? Просто две лапки лучше, чем одну. Ха-ха-ха. У-ха-ха-ха. Я покажу вам, что могу мои лапки. Я не знаю, что это круг делает, но я хочу. А-а-а. Я понял, что он делает. Ну, я говорю, типа, урон наносят в процентах. Единственное, чего я всегда хотел, это мир. Истинный мир. Но, наверное, наш способ лучше. Лев? Мои короли, мне жаль, что ваш пришлось это сделать. Прощай, Лев, мой старый друг. Мяу, что случилось? С вами не конец? Уже скоро, пока власть льва уничтожена. О, мы спасены. Больше никаких неполапных налогов. Да, но
Мурляю, возвращайтесь по домам, здесь все еще небезопасно. Кыш-кыш-кыш, брысь! Судьба горжан в моих лапах, ваше мурлячество. Прекратите эту войну раз и навсегда. Все, я фул этого, ладно. Блин, знаете, вот на самом деле, ну блин, ну как сказать? А подождите, я еще дальше могу лапаться? А какой тогда последний уровень? О, я вижу мастерскую для оружия. Так, поехали. Слушаю максимально сколько можно. Так, а следующий у нас враг на физ урон, поэтому это нормально, что я сейчас апаюсь. Еще задание появилось, давайте выполним, почему бы нет. О, вы оба выглядите невероятно сильными. Не против, если я попрошу вас слегка поколотить меня? О, вам интересно? Лопата, видите, вон там. Сейчас время призыва, я действительно хочу пойти в солдаты. Я не умею драться, но у меня прочный череп. Просто хочу выяснить, сколько ударов он выдержит. Как вам это? Можете бить меня до предела? Черебойно. О, ставьте пушистое мгновение. Окей, сейчас, я готов. Он сам просит. Нихера себе. И? Мы справились? Я ничего не почувствовал. В любом случае, спасибо, ребята. Вот, возьмите мою рубашку, она мне больше не нужна. Собачьи лохмотья, нихера себе. Пойду записываться, пока. Нихера себе. Не, вот он нарили какой-то сильный. Че, поехали. Следующий код. Замурчательно, покончим с этим. Вот империю. Блять, магия, магия, магия. Да, ну здесь, в принципе, понятно, что делать. Тут вообще нифига сложного нету. Опять вы двое. Вы все преследуете меня. Верно, волк. Эта война закончится прямо сейчас. Роха, чудесненько. Я покажу вам, почему меня называют... лабратором. Не, на самом деле вот на физ это легче. Фух, это было гаф. У вас нет даже королевской клинка. Вам это не по лапам. Но в отличие от тебя, мы и есть друг у друга. А, кто сказал, что я один? У меня есть канин. Уничтожьте их, мои дворняжки, или я уничтожу вас. Вы гавкающие трусы, изменники. Преданность вскомляется на страхе, может подвести в любой момент.
Охо-хо. Кому нужна преданность, если у меня есть я? Так, он сейчас тоже начнет. Сразись с настоящим волком. А, вот настоящий. А, так, блядь, мне нужна... Все? Это что, настолько апортально, что вы никак не объясните? Собаки и коты никогда не живут в гармонии. Единственный способ — это страх. Тогда я опыт заберу. У тебя ее. Готово. Я думал, что смогу объединить свою империю страха, но я ошибался. Может, коты и собаки не настолько разные на самом деле. Так. Впечатляет. Выходит, единственное сильнее власти или страха. Улес, ваши хомячки повержены. Вы проиграли. Я вел этот момент в бесчисленном количестве временных линий. И это единственное, в которой единство побеждает. Возможно, я искал именно вас. Фух, так что, война наконец-то закончена? Фух. Гав, в Персидском океане образовалась черная дыра. Что? Шерсти клок. Это такое? Идите ко мне, мои хомячки. Мои корли, если мы не остановим Элиса сегодня, кто знает, что он сделает завтра? Еще один последний квест. Не окей. Так, еще поехали. Напоследочек спим. Last квест как раз у нас. Давайте я все-таки чекну. Может, где-то что-то да и появилось, когда мы победили их. То нет. Только черная дыра появилась. А в принципе можно отправляться. Мы даже немного как-то по времени успеваем. Кладуемся в этой степени. Мои короли, я знаю, вы не позволите Элифсу справиться. Аглянство. Вместе вам все по плечу, любые герои. Ока вечности, поехали. Я жду мои хомячки. Из всех возможных временных линий у этой самый сильный потенциал. Я искал целую вечность, силу, которая может сравниться с моей. Подождите, а где вот этот кот? Помните, там же я видел, на заставке был. Потерпел множество неудач, но вы, мои хомячки, и есть эта сила. Присоединяйтесь ко мне, и вместе мы добьемся бесконечного мира. Я вижу. Неважно. Вау. Так или иначе, эта сила будет моей. Рука.
вторая рука. Да, нужно было сразу в глаз идти, да и все. Вы действительно очень сильны. Но вы этот недостаточно, чтобы уничтожить меня. Неприятно, правда? Мои короли, мы привели подкрепление. Все верно, друзья, мы должны быть все вместе. Мы кетчуп в вашем хот-доге. Это наша битва. Вы чувствуете, как внутри вас нарастает энергия. Это королевский клинок? Дракот, твоя жертва не была бесполезной. Появился истинный королевский клинок. Драка, точно, я помню. Королевский клинок. Вооружитесь королевским клинком и покончите со всем этим. Так, возвращаем, который был у нас. У нас получилось? Кто знал, истинный королевский клинок все это время был в нашей хот-доге. А секретным ингредиентом была небольшая порция сплоченности. Я предвижу абсолютно новую эпоху мира впереди. Направим лапы по домам, ребята. Кушай, наконец-то, позади. Если не считать нескольких хвостов, в войне скоро конец. Подумай, наконец-то пришло время. Встретимся там, где все это началось. Окей. Все началось, говоришь. А что он так это говорит? Как будто, я не знаю, так расстроено. Проверите в городах, нет ли что-то. Нет, все. Можем завершать, так сказать, секрет. Ну, не секрет, а игру. Я уже близко, очень близко. Мои короли, вы готовы? Путь назад уже будет. Эпилог. Давай. Когда мы забирали вас из вашей временной линии, нас предупредили, что мы должны будем вернуть вас обратно в тот же самый момент, чтобы не допустить парадокса. Вы не вспомните ничего из этого, что пережили. Таков подобный эффект путешествия во времени. Скажите, когда будете готовы, мои короли. Ну что, ребят, в принципе, мы с вами много чего увидели, да? Были пасхалки, все такое. Ну, давайте отправляться, я думаю. Что, ты готов, приятель? Да, готов. Ну, тогда, я думаю, поехали. Ваша мурлячица, подождите секунду. Мы еще не попрощались. Вы будете скучать? Всхлип. Ходок, который мы приготовили вместе, вышел очень вкусным. Хлип-хлип. Так, оставьте, я буду жалеть, если не сделаю этого. Ну, это, я думаю, придет на превьюшечку, да? Так что, все получилось. Королевский клинок выковал снова. Да, остается всего один артефакт. И тогда настанет апокалипсис. Cat Quest 3. Бум! Ждем, ждем, ждем. Вот, понимаете, вот... Или мне показалось, подождите.
А, не, мне показалось. Ну вот этот кошачок из первой части, который был злой. Я думал, он тут. Ладненько, давайте тогда, так сказать, что в игре прикольного еще так. В принципе, у нас открывается, кроме первой... Ну, ладно, начнем с самого такого, элементарного. Это сам игровой процесс. В данный момент у нас два игровых персонажа, это кот и пес, да? Между которыми мы можем переключаться. У нас считается с вами есть одна жизнь еще, да, после смерти, то есть за второго персонажа. И мы можем оживить, это будет немного бесконечно. Также, да, в игру добавили кооперативную игру. Тоже как бы плюсик. У нас довольно другая история. Если там была про котов, то это уже избранные. Здесь у нас уже ожидается не один босс, да, как... Как его, Даркот, блять, я не помню, если честно. У нас здесь лев и волк. И сам главный босс это вот этот космос, не знаю, всевидящий. Что можно еще сказать? По механике это предметы. То есть, если были бы какие-то ограничения именно на доспехах, да, чтобы типа одевать можно только при определенном уровне, чтобы... Хотя так это бы жизнь будет закачаться, но если выполнять вот миссии, да, как я, то есть вы видите, 103 уровень. То есть чисто за счет выполнений доп-миссий. Доп-миссии на самом деле некоторые повторялись. Взять же тоже с мясом, да, у нас мясо-мясо вот это. В первой части у нас было, но здесь у нас отсылочка идет на мистера Хайда и Джекила. Вот типа плюсик. То есть здесь, как вы видите, есть ссылки на что-то. У нас был на агент 007, на вот это как раз Джекила. У нас еще, кажется, была какая-то ссылка. Также знак Давакина, когда мы с черепом разговаривали. Ну, если брать по сюжету, если бы они бы свои маски носили бы до конца, тогда было бы прикольно. Ну, именно антагонисты, да, типа враги эти. Типа, что в конце, когда мы уже... Хотя... Это уже был конец, да, когда нам показали, что они — это они. Или нет? Ладно, не суть. Есть немного минус — это сундуки с черепом, что нужно, типа, зачистить весь, так сказать, локацию, чтобы открылся сундук. Ну, это понятно, чтобы больше наиграли времени в игре. Если так смотреть, еще отметить я могу это вторую... карту, часть карты, да, это пустыня. То есть, если в первой это у нас был просто остров травянистый, у нас здесь тоже остров травянистый. Ну и также есть второй остров, это остров собак. Да, то есть регионы. Также можно отметить новых врагов, новую магию, новые оружие, предметы. Да, остались старые враги, но... Камон. Понятное дело, что они были бы. Это же везде, типа, перекидываются с игры на игру. Еще можно отметить такую вещь, как кузница, да? Ну, блин, не знаю, с одной стороны, это как бы немножко минус, я считаю. Типа, чтобы тебе в кузнице воспользоваться, тебе нужно хер знает куда идти. То есть на полюс собак, да? Ну, скажем, на полюс котов тоже там было. Ну, заточка оружия. То есть здесь немного они как-то сплоховали. Башня. Башня магов. Их очень мало. Если быть честным, одна. Поэтому только возвращаться нужно было туда, чтобы заточить, так сказать, магию. Прикольно сделал ли, что еще был этот кот Тухоу, да? Из в первой части был, получается, Бермудский треугольник, а здесь у нас Тухоу. Ну что еще можно такое отметить? Я могу отметить разное. Блин, вот знаете, вот не знаю, хорошо это или плохо, то что маг урезает очень сильно ХП. Типа да, он атакует вдали, но все же. Хотя если б я дал, наверное, вот эту броню, что у меня была на коте, было бы более нормально. У меня бы все равно пробивали, так как все это действие происходит в процентах.
То есть не важно, сколько на тебе одето. Брони и все такое. Что еще можно отметить? Это, я считаю, минусом то, что здесь не было способности полета. То есть в первой части мы могли использовать полет. Это очень быстро ускоряло нам процесс, что я мог зачистить каждое подземелье. Здесь же отнюдь. Для этого мне нужно что-то иное делать. Ну, типа, только перекаты и все. Здесь много минусов. Можно еще отметить босса, взять того же кактуса. То есть это был не обязательный противник, но это босс считается, да? Великий кактус. Блин, а вот плохо то, что я не смог попасть еще в этот, в волчью, потому что она была закрыта. Скорее всего, ключ где-то находился там же. Остров разрабов, то есть разрабы, так сказать, тоже влезли в игру. Из повторов еще можно было отметить, это озеро двойников. Если у нас в первой части было это зеркальное озеро, да, что типа два берега было, и оно озеро типа отражало. Было проклятие там типа с призраками связано, все такое. Но здесь, в принципе, у нас почти то же самое, только то, что это типа глюк, а не призрак. Не знаю, но мне на самом деле игра типа понравилась. Третья часть, ну что я ожидаю, данного тоже противника, босса, типа ха-ха-ха, вы меня не убили, бла-бла-бла. Только мне интересно, кто будет на этот раз у нас с вами в главных ролях. Ну, кот, ладно, у нас был, и добавили, как и для новенькая, это собаку. Пес с котом уже были. Может быть, добавят третью историю за пса только. Либо просто... Я даже не знаю, что они могут придумать на самом деле. Ну, наверное, году 2024 уже выйдет она. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Спасибо, что были со мной и смотрели данную игру. И всем пока.